на канале Бусинка и Даррен, и по просьбе одной из моих подписчиц есть мое видео «Как ловить бабочек». Сейчас выйдите на своих экранах вот этот вот сачок синий. И им не нужно ловить бабочек. Дело в том, что сетка в нем вот такая маленькая, и бабочки не могут травмироваться, особенно крупные. И поэтому такой сачок я никому не рекомендую использовать. А сейчас я покажу, какой сачок надо использовать, какой не травмоопасен для бабочек. Этот сачок сделан специально для ловли бабочек. В нем очень большая сетка длиной около 80 сантиметров. И это тот сачок, которым вы можете ловить бабочек, при этом не боясь их травмировать. Огромный плюс этого сачка в том, что он раскладной. То есть он часто в сложенном виде. Вот такой вот он маленький. Это его разложенный вид. Вот такой вот он большой и длинный. Им нужно ловить бабочек, поскольку вы не сможете ее травмировать. То есть вы берете сачок. Вот так вот. И как только бабочка попадает, вы так вот делаете. И заматываете сачок вот таким образом. И вот здесь находится бабочка. И вот так вы поймаете. Сейчас я это продемонстрирую на живой бабочке. Сейчас у меня в руке бабочка. И она вот-вот вылетит. Вот она и вылетела. Нет. Где ты? Чем-то она села на шторах. И сейчас я ее попробую поймать. Давай. Блин. Махнись. Вот она летит, ребята. Вот. Вот. Ну, в общем-то, она села вот где-то здесь. Вот она на сумке. Сейчас я смахну, и она полетит. Все, я поймала. Вот так это выглядит. Вот он здесь. Извини за то, что это было долго, но вот я ее поймала. Говорить, это все просто. Сейчас продемонстрирую на эту бабочке павлиний глаз, которая, как известно, быстрее. В общем-то, она сейчас в временном сачке. Сейчас я ее выпущу, только возьму в руки сачок. Сейчас я ее буду выпускать. Летит! Летит, ребятки! Давай, давай! Yes! Поймала, смотрите. Я ее поймала. Вот она тут. Вот она. Она попалась. Ну, думаю, на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если вам понравилось. И комментируйте. Всем пока!